Потоп на Закарпатье. Из-за сильного ливня, который прошел накануне в селе Белая Церковь Раховского района, затопило сотню дворов и 10 жилых домов. Воду откачивают подразделения госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Никто из жителей не пострадал, эвакуация не понадобилась, электроснабжение уже восстановили. Сельсовет создал специальную комиссию, ее участники будут обходить подворье, чтобы установить размер ущерба, нанесенного стихией.